Наш мир умер тихо. Все уснули. Вообще все. На всей планете. Проснуться смог лишь каждый сотый или тысячный. Никто не считал. Потому что из тех, кто проснулся, многие не умели считать, не помнили, как их зовут и кем они были в прошлой жизни. Им пришлось познавать мир заново. К другим память вернулась, и они захотели сделать все так, как было прежде. Остатки человечества разделились на тупорей и адекватов. А можно как-то побыстрее? А ты чё торопишься? Ну иди давай. Тебя забыла спросить. Пересчитай его по рукам, как раньше. Ну что, все? Да. 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 Серый питон, уберите. За то, что рябчик не виновен. Один. Лариска, что ли? Ну а кто еще-то? Ну и дурак. За смертную казнь. Кир, 5. За отсечение правой руки. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Что рука, что голова, одна хрень, все равно подохнет. Высказался? Молодец. За изгнание с клеймением. Раз, два, три, четыре. Это херня какая-то, надо, чтобы все проголосовали. Пряхин вон дома сидит. Да Пряхин еще вчера умер. А Тимоха и Плешак вообще на охоте. Большой, а где жена-то твоя? Как у нее с гражданским долгом? Так у нее только супружеский. Так, тихо. Большой. Все, подсчет голосов закончен. Иди. За равным количеством голосов. Применяется меньше наказание. Тишина! Рябчик, увлеченный в воровстве, приговаривается к изгнанию с клеймением. Вот, вот. Ну, у тупорей, конечно, красивее получается. Ну, как говорится, не обессудь. Не, а чё? Нормально. Большой Ван Гог. Питон серый. Утяжите его. Ну все, как говорится, в добрый путь. Давай, пошел. Проводим, как мы умеем. Давай! Пошел отсюда! Вали, вали! Крыса! Давай!
болит, варьё. Да пошли вы все! Тебе сказали, вали, крыса! Вообще страх потерял. Этот гуманизм долбанный, нам еще аукнется. Правильно. За любую провинность сразу на кол. Да хоть и на кол. Дисциплина должна быть и страх наказания. Ребят, мы сами установили такие порядки. Сами по ним живем. Ты вроде никогда против не был. Что изменилось-то? Времена изменились. Вот мы когда сюда пришли, на сколько было? Десятка полтора? 14. Вот. А сейчас сколько? Я их до сих пор по именам запомнить не могу. Вот это сейчас кто был? А, это Хмурый. Хоть ясный. Какая разница? Я говорю, порядки все те же. Проголосовали, выбрали. Проголосовали, выбрали. А если завтра этот Хмурый проголосует, чтобы с тебя или из Большого шашлык сделали? Вот ты что делать будешь? Ну, значит, будем делать шашлык. Все. Я маринад знаю. Бомба. Да что вы ржете? Да кого ты тут не знаешь? Ты цыган. Всех ты знаешь. Особенно женскую половину. Ну, серьезно. Что ты психуешь? Хандра цыганская. Так ты же болгарин. А хандра цыганская, прикинь. Может, на рыбалку сегодня ночную, а? Самогона возьмем. Ну, посидим, обсудим хоть. Я дел дофига. Большой? Ты куда мне? Нажмаришь. Понятно. Друзья. Вот уйду от вас к тупорям. Буду холодильники бить, да телевизоры жечь. Цыган! Да все, пока. Да что ты трешь его снаружи? Внутри мыть надо. Трет, сидит, трет. Что с ним происходит? Да на Лариску он глаз положил. Она с Рябчиком замутила. Что, серьезно? Блин, я не знал. Да я сам не знал. Маришка сказала. Как она, кстати? Либо плачет, либо в одну точку уставится и сидит так весь день. Там Кира книгами обложилась по медицине. Нашли что? Ищем, ищем. Придумаем что-нибудь. Ты держись, большой. А что, у меня выбор, что ли, есть? Я боялась. Пожрать взяла? И пожрать оружие. Да. Я дома. Пойдем, я тебя лучше покормлю. Кто сказал, что это лучше? Год считает, там поровну. Получается изгнание. Цыган расстроился. Топор в колоду. Хрен! Прости, пожалуйста. Я знала, что сегодня без крови обойдется. День такой. Какой такой?
такой. Да ладно. Утром толкнулся сразу, как ты ушел. Потом еще днем 3 раза. Точно. Тихонько так вот, как будто ручкой. Сереж, надо к тупорям ехать. Говорят, у них знахарка есть, Исполь зовут. Она поможет. Мариш, какие тупори? Надо что-то делать. Слушай, Гош сказал, что Кира раздобыла кучу книг вот по всему этому делу. Вот пусть Кира по книгам и рожает. А я 3-го хранить не буду. Если что, можешь меня прямо с ним закопать. Понял? Больно? Нет, блин, приятно. А куда мы теперь? Я Зарю пока не знаю. А я? Я думала, мы вместе. Ну и дура. Одному по-любому легче, правда? Но все на меня буза. Что? Пошла отсюда. Бегом, бегом, я сказал, шевели булками, да? И передай цыгану. Рябчик свое дело сделал, теперь его очередь. Мудак. Иди, иди давай. Гош, воду без меня не заливай. Что случилось? Да Маришка, блин. Уперлась, сгони, говорит, к тупарской знахарке. Вот зараза. Я возьму пикап, съезжу на стойбище. А неделю ты не потерпишь? Ну, цемент закончится, вместе сгоняем. Ты же знаешь Маришку. Гош! Ремень, все. Ну, теперь все одно к одному. Завтра утром мы съездим. А я тебе скажу, почему ремень, все. Вот вас на минуту ставь, ребят. Иди сюда. Итак, сегодняшняя тема – первая помощь при переломах. Валера, давай сюда. Быстрее, быстрее. Со всяким бывает. Бежал, упал, хрясь, рука колесом. Если кость не торчит, считай, повезло. А если торчит? Накройся тряпкой и сдохни. Азгоныч! Несу, несу! В канистре нельзя было? В канистре привкус. Это слеза. Слеза, побьется все. А куда так ног, мучок, спавить собрались? Вернешь, если останешься. Только никто не возвращал. Пробу сними. Я за рулем. А прикинь, ты едешь за поворотом, мент во всем обмундировании, тебя палочкой к ноге, хоп. Вот тут бы ты обосрался, а. Знаешь, никогда бы не подумал, я по этим ребятам... Даже скучаю немного. Да, еще эти были, с радарами в кустах сидели, помнишь? О, нет, вообще звери, их же запретили потом. А, ладно, все, они борзели все равно. Точно не будешь?
Анна, батя говорил, сливать грех. Память с ними. Память с ними. Вот это я талантище, а! Возгоныч, ты с этим аккуратней. Большой, ну где ты ходишь? Все, я уже. Перво-наперво фиксируем сломанную конечность, чтобы кости не сместились. Годится все, что найдете. И по загривку, чтоб под ноги смотрел потом. Спасибо, Питон. Я буду знать, чем тебя теперь лечить. Слышь, Питон. Серый Питон, что там у вас? Детский сад. Затягиваем и фиксируем. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов не остаться калекой. Да тупари могут просто руками поводить, и все срастется. Не болтай глупости. По правилам, фиксировать нужно два сустава. Выше и ниже перелома. О, Гош приехал. Если шину сделать не из чего, сломанную конечность нужно закрепить на туловище. На чьем туловище? На своем. Руку закрепляем на теле здесь, ногу привязываем к другой ноге. Поняли? Да поняли мы все уже. Все, свободны. Поехали уже. Да-да, хочу засветло добраться. Кир, ну не дуйся. Мы туда-обратно. Пара дней максимум. Ну вот я и говорю, туда-обратно пара дней. Ничего без меня тут за пару дней не случится. А за старшего кто? Ненавижу тебя. Да хоть бы цыган. Нет, цыган нельзя. Ты что, у него же там это... любовные дела. Ты в курсе вообще? С Лариской, что ли? Нормально, все уже знают, кроме меня. Так, ты придумала, что тебе привезти? Да. Справочник по фармакологии, справочник по лекарственным травам, шприцы, бинты, лейкопластырь, болеутоляющие, противовоспалительные, термопакеты. Подожди. Кир, ну я же там не бункер откопал. Так нечестно. Ты сам мне предложил. Угу. Ладно, уезжай, пока я опять не завелась. О. И знаешь что? Узнаю, что мутишь с тупарками. Ну, ты понял. Ну, какие тупарки, ты что? Пока. Пока. Гош, когда приедешь, давай поговорим, ладно? Поговорим, конечно. Пока. Пока. Прислушиваешься к звуку мотора. Если троит, проверяешь свечи. Вот она. Машинка, она же как девочка. Как ты к ней, так она к тебе. Понял? Ну что, едем? Погнали. Я раньше не задумывался, пока мне Маришка не сказала. Ты посмотри, вот тупарки, они же рожают, как кролики. А у наших девчонок ничего не получается. А может, это не девчонка как дело? А в ком? А, ты думаешь... Я не знаю.
А если это инфекция какая-то, может, таблетку какую-то выпить и все? Ну какая таблетка? Большой. Да я не знаю. Маришка говорит, у тупарок беременных есть какая-то трава специальная, им знахарки дают, и все у них нормально. Трава какая-то. Кто ей сказал? Понятия не имею. Вообще, женщины, они вообще, знаешь, очень странные животные. Ну, только при них не ляпнем. Да нет, я в том плане, что организм у них другой. Ну, что-то же у них там срабатывает. Может, у тупорей что-то и срабатывает. Жалко мне ее, понимаешь? Я же не виноват ни в чем, а чувствую я себя последней сволочью. Та же фигня. Ой, блин! Гош, я же это, я же не знал, что вы так далеко поедете. Вот его на траву и обменяем. Угу. Такие. Здорово, Лабух. Гош, ты? Ну так. Здорово. О, большой, здорово. Здорово. Я смотрю, вы живы еще. А хрен нам сделается. Не скажи, знаешь, всякое бывает. Так, это что за шнурок? Это питон. Похвати у нас. А, здорово. Лабух. Ну как оно вообще? Да как? У нас общие, а мы крепчаем. Нормально. О, слушай. Зацени. Кайф. У меня с первых нот просто мурашки по коже. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Четыре такта судьбы. Сечешь? Ну. Я сдохну. Вы тут все сдохнете, все превратится в пыль, а эта музыка, она останется. Знаете почему? Ну скажи. Потому что чувак писал ее душой для души, а не жопой для хайпа. Этот чувак, по-моему, когда ее писал, уже глухой был. Кто глухой? Бетховен. Да и это, шмонт у себя? Да, там. Ты становись на парковке, где понравится. И это, я рад, что вы живы. Да мы тоже рады. Арсен, отъезжай! Гош, а как он глухой писал? Соляры не жалко? У них хранилище там под землей, им лет на 100 хватит. Ну а потом что? Когда потом? Ну когда соляра кончится, через 100 лет. До утра сначала доживи. Так, это, тент там поправь и догоняй. Давай, давай. Вот я и говорю!
Восстановили все. Водопровод, канализацию, ТЭЦ запустили. Люди выходили первый раз, такие видят дым из трубы и челюсти на пол. Смотри. А через три дня... Галя! Иди сюда! Бутылку неси! Давай по 5 капель! Все, я сам, кати! Не-не-не-не-не! Ему арбузик! А? Молодой еще! Ну что, мамкины выживальщики? За нас с вами! И память с ними! За память с ними! Память с ними! Так ты говоришь, ТЭЦ восстановили? Да, ТЭЦ восстановили! Дальше живи себе, радуйся! Все работает, прикинь! Я тут через три дня просто ночью... Ба! И что, прям взорвалось? А там и взорвалось, и сгорело! Все, самое главное, в Курске! Больше тысячи народу было, а сейчас от силы десятка полтора осталось. А что случилось-то? Витёк! Иди сюда! Давай, давай! Тут Гоша интересуется, что у вас случилось? Небесный огонь, молнии из облаков, потом ТЭЦ. Бац! Груда камней, потом дома. 3-4 молнии в каждый дом. Я на мосту был, домой ехал. Потом по газам на берег, а они там. И по мосту как дали. Моя девочка погибла. Погоди, кто они? На, выпей, на! Давай. Питон, сгоняй в машину. Вон. Любовался? Сгоняй в машину, принеси банку. Давай. Питон! Две банки! Туда, под машинами смотри. Ты чё тут? А, раздяло. Тупорей не видал? Нет. Ну, если увидишь, то сразу стреляй. Я вам что говорю? Они через компрессорную ломанутся. Около Нинки увижу, я тебе яйца оторву. Понял? А как вернулись, вот как братья, как будто не расставались, да? А знаете, почему у нас все получится? Потому что мы держимся друг за дружку, все восстановим, как было. Все! Ну, может, совсем как было не надо?
Гош, надо, понимаешь, надо. Каждое стеклышко, каждый камешек, потому что это наша память. А без памяти вы знаешь кто? Парик безмозглый. Молодец, Витек, правильно. Память с нами. Память с нами. Память с нами. Мужики, я вам сейчас такое покажу, смотри. Никитов! Поставь мое видео, давай! Так, девочки, девочки. Охренеть. Шмон, ты где это достал? Откуда у тебя это вообще? Тихо, тихо, смотри, сейчас что будет. Вот, давай, 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 давай! Как тебе там? Лабу? Чего надо? Ты спросить хотел. Сейчас, сейчас. Кайф. Если ты Гоша ищешь, то он с большим на рынке. Да я хотел узнать, что за шум вчера был. На парковке? Ну, это тупари. Так-то они тихие, но в полнолуние на их бзик находят. Воруются подряд. Питон, ты за карманами следи на рынке. Смартфон или фотик какой видит, ну, считай, пропало. Ну, ладно, понял. Давай. Somebody gonna show.
Торгуешь? Нет. Тебя жду. Ты как вчера? Нормально? А ты? Да ничего. Нет, ну за разбитую банку влетело. Так нормально. Две батарейки. Ой, ну не знаю. Три батарейки. У него ничего нет. Ну, просто своих друзей ищет. Большой вон там. А, спасибо. Подожди. Откуда ты знаешь, что он большой? Просто знаю. Питон. Корзину не трогай. Чего? Пойдем. Держи. Это ж я. Конечно, ты. Показывай, где же ты спал. Вон там, бело-синяя палатка. Ну, что говорили, что ты проводишь? Тупари врут, как дышат. Ладно, найдем как-нибудь. За кучу. Супермаркет местный. Да ладно. Да шучу. Вечером сожгут это все. Это у них ритуал такой. Шмон жаловался, у него уже два джипа подряд угнали и сожгли. Ничего себе. Парни! Ты где был? Да Кира попросил там семена всякие, просаду найти. Нашел? Не нашел. Она меня убьет. А это она? Кажется, она. Телевизор работает? Очень хорошо работает! Ты исполоть? Угу. Я к тебе. Пошли. Что, воняет? Гош, дружище, поручи. Ничего, пройдет время, и он привыкнет к этой воне. Он хотел там травки какой-то или отвар для жены. Mm-hmm. Ну, девчонки ваши рожают, а у наших... Короче, он сказал, ты поможешь. Тоскуешь по ней? Ты про что? У тебя была женщина. Ты любил ее, она умерла. Откуда ты знаешь про Женю? Я знаю больше, чем хотелось бы. Она умерла от аппендицита. Это вы тут руками лечите. А у нас никто операцию не умеет делать. Ее любовь хранит тебя до сих пор. Я дам траву для женщины твоего друга.
Пускай делает отвар и пьет. Но для твоей новой женщины нет. Не дам. У нее другая судьба. А, плата. Вот, значит, будильник с часами, с радио тут, ну, радио. А часы работают. Планшет. Ну, экран треснут, а так он тоже рабочий, все в порядке. Уже не рабочий. Ноутбук. Все работает. Зарядки нет, но состояние хорошее. Достаточно. Ой, зачем вашим женщинам дети? Вы же их научите считать, читать, а не начнут брать из книжек чужие дурные, плохие мысли, а потом по ним жить. Почему плохие? Хорошие не дали бы случиться тому, что случилось. А что случилось-то? А откуда мне знать? Я же тупарка. Не трай! Твою мать! Души ее тут! А чё? А чё? Да хрен его знает! Спасибо питоновой подружке. Какой подружке? А у тебя их много? Это и Икотой назвалась. А то времени зря не теряешь. Отец, невеста есть в вашем городе? Кому и кобыла невеста? Знаешь, как отличить тупоря от адеквата в темноте? Анекдот рассказать. Ответ верный. Меня майор зовут. Да мне пофиг. Ты мне всю рыбу распугал. За извинения сойдет? Вполне. Цыган. Да, заварили вы, братцы, кашу. Так мы же не специально.
Так если захочешь, специально не получится. Тупари сейчас гудят как улей. И спалать у них было кем-то вроде мэра или депутата, а не за нее в огонь и в воду. А, ну да. Про огонь-то я, конечно, да. Значит так, я думаю, вам нужно здесь посидеть пару дней. Тихонечко. Пока там все не уляжется. Да нет у нас пару дней. Я думаю так. Завтра с утра двинем. Поедем на север, по окружной. Вряд ли они додумаются на всех дорогах по заставе поставить. Ну, не знаю. Тупари сейчас сильно изменились. Да, блин. Поумнели. Ну, типа того. Цивилизации просто так не исчезают. Всегда что-то остается. В Перми, например, нашли работающий вычислительный центр. Сервера, базы данных. Все работает. Даже локальная сеть за 3 года не упала. Представляете? Видать, сисадмин был правильный. Нашли, и что? Да ничего. Тупари же нашли. Через пару дней все раскрошили, сожгли дотла. Так я про то, что такие места существуют. Про бункер слыхали что-нибудь? Это там, где типа всего навалом, лекарства от всех болезней, справочники на все случаи жизни, вообще все, что хочешь? Вроде того. Байки все это. Почему байки? Я тоже слышала. И я. Люди хотят верить в чудо, вот и придумывают. Встречал я одного бродягу. Так он этот бункер своими глазами видел. И что? Видеть видел, а да попасть туда не так просто. Потоптался, да и ушел. А откуда он знает, что это тот самый бункер? А там земля под ногами дрожит. Как будто внизу что-то работает. Представляете, какая это должна быть махина? Что? Кольнуло что-то. Кстати, парнишка, который бункер видел, боль утоляющая, хороший подогнал. Держи. Дай посмотреть. Хорошо тут у вас. Спокойно. Черт! Ты чего здесь делаешь? Тебя жду. А откуда ты знала, что... Ты и твои друзья должны уехать. А мы завтра утром уедем. Не утром, сейчас. Ваши решили все-таки напасть на лагерь. Если не уедете прямо сейчас, погибнете со всеми остальными. Икота! Икота! Где тебя черти носят? Поднимай, Гошу, вам нужно срочно сваливать! Бегом! Арсен! К ним подошли еще 2 кодлы, человек по 100. Их уже около 300, а значит расклад меняется. Они там телевизор ломают, костры жгут. Короче, с рассветом дойдут до кондиции и попут на нас всей толпой. А вы тут как же? Ничего, скажем, что вы уехали. Может, пронесет. Ну, так а если не пронесет? Если вы останетесь, то договориться точно не получится. А я им еще один джип подгоню, пусть палят. Ну, ты псих, конечно. Ладно, шмон, я твой должник. Сочтемся. Ну, давай. Да.
Давай, молодой. Память с нами, пацаны. Надеюсь, она была ничего? Кто? Ну, та, что повесила тебе амулет жениха. Не пух, мужики! Живым можно. А там горючего было. Лет на 100. Видишь? О, блин, куда они взялись-то? Сейчас узнаем. В машине сиди. Давай! Ну? Давай еще раз. Давай. Ой, красотка! Еще раз. Через себя. Вот, Саня. Вот.
охереть. Принимаем, принимаем. На меня. Еще. Получится. Гош, давай, заходи за нас. Давай, ты чё, давай. Гош, а может тоже сыграем? Я же сказал, сиди в машине. Гош! Ты же клялся, не усну, не усну. Блин, что в сосну не влетели. Во-первых, я не клялся. А во-вторых, не влетели же. Давай толкнем. Блин, а мне такой сон сейчас снился. Пойдем толкнем сон. Давай, Питон. Сзади толкай. Так, давайте в раскачку ее. И раз! Чего пошла только? Куда она пошла? На, Питон, действуй. В смысле? А без смысла. Вот так берешь и копаешь. Отсюда и до дороги. Так это до завтра копать. Блин, если я сейчас за полчаса раскопаю, кто-то пешком пойдет. Лады? Молодец. Давай, давай. Слушай, тебе сны снятся? Да бывает. И так, знаешь, все ярко, в красках, ну как живые. Ничего себе. Ну, играют что-то, смеются. Я прикинь. А потом смотрю, блин, а у цыгана вся грудь в кровище и живот разворочен. Нифига себе. Ну так. Маришка говорит, кровь – это к родству. Ага, к родству. Бабушка приедет из Питера. Ну, а я-то что? Подсознание не обманешь. Да. А у Кости стрела в плече. Что тут Маришка говорит? А стрела – это тоска. Либо он по нам скучает, либо мы по нему. А скучает он. Гоша, а меня ты видел во сне? Нет, тебя не видел. Питон, а? Игрался? Твою мать, дай сюда. Кто так копает? Учись, пока я жив. Это вам в прошлом все по плечу. А я тебя по стопо, мне на все по. Иди-ка сюда. Чего? Вот тебе артефакт погибшей цивилизации. Владей. Гош, вот ты все знаешь. Давай только без лишней лести. Чего хотел? Ну, вот есть тупори, да? Они живут со своими.
Есть мы. Мы тоже живем только со своими. А бывает так, чтобы она тупарк, например, а он адекват? Ну, конечно. Ты же уж моно расценки знаешь. Одна батарейка, один час. Выбирай любую. Да я не про это. Секс — это понятно. А я там, ну, про семью, типа того. Не, не бывает. Почему? Да потому что, питон, если у одного человека в голове пусто, а у другого хоть что-то есть, вместе они могут только трахаться. А все остальное — impossible. А ты что спросил-то? А, то просто так. Да? Ну, копай. Ну что, парни, какие дела? Нормально! Можем пробовать. Давай за руль. Я? Головка тупоря. Садись. Боже. Че там? Черничка. Давай, питон, прыгай. Блин, а че я-то? Да потому что толкач из тебя никакой. Давай. Ну заводи, питон, че сидишь-то? Быстро в машину! Че? Че такое? Быстро в машину, говорю! Быстро! Гони, питон, гони! Давай, давай, быстро! Что, кажется, оторвались. Ага. А питон молодец, скажи. Да вообще красавчик. Питон, ты как про тупорей понял? Да не знаю. Слишком умный, Гони водички возьми, в радиатор зальем. Гош, давай поиграем. Пошли. Ну чё? Ладно, свечи потом поменяю, когда до форта доедем. Ага, если доедем. Питон, давай за руль. Папки позагорают.
Ты что, водить разучился? Я вообще-то сегодня первый раз за рулем. В смысле? Вылезай. Ну и чё ты на меня пялишься? Нравишься. Это типа комплимент? Типа того. Ой, сейчас умру. Вышел цыган на крыльцо почесать свое лицо. А с кем бы мне сегодня зависнуть, а? Ирка, Наташка, о, Лариска. А раньше я для тебя невидимка была? А раньше ты с Рябчиком была. Ну и что? Я же тебе нравлюсь. Ты его выбрала. Да что же вы все тупее, тупорей-то, а? Кто? Да вы, мужики. Ну, может, это я, дура, и не тех выбираю. Ну, а может быть, это не я, а меня должны выбирать. Морду там за меня бить или стреляться, как в тех книжках написано, а? Ты его выбрала. Ты чего, а? Да ничего. Пожар, что ли? Давай быстро. Давай, 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 что стоишь? Да, я иду. Все, убирай. Что случилось? Так, народ, у меня плохие новости. Тупари взорвали лагерь шмона сюда идут. Почему? Что случилось? Опять война? Дави тупари! Они нас чуть не убили, мы еле оторвались. Как так? Я думаю, к ночи будут в форте. Пусть только сунутся, огребут по полной. А если не нападут? Тогда считай, нам повезло. Всем надо готовиться к обороне. Да, у нас оружие, у них копья. Но их много. Они, сука, злые. Все знаете, что делать? Да! Тихо вы! У нас тупорями перемирие, так? Да. Так. Да. Почему они его нарушили? Кто виноват? Что произошло? Ты можешь это объяснить? Я тебе сейчас объясню. Рябчика все помнят? Но мы его не убили. А тупори знаете, что с ним сделали? Взяли нож, морду ему срезали и сделали себе маску. Сколько можно это терпеть? Валя! Всем приготовиться к обороне! Вперед! Подождите, стойте! Надо разобраться! Да что тут разбираться-то? Я предлагаю отправить к тупорям парламентеров. Обо всем договориться. Зачем? Плохой мир лучше. Плохой мир хуже. Потому что он плохой. Достали либералы. Ты мне рот не заткнешь. Да я заткну его твоими же зубами. Пшел отсюда. Че встали? Расходимся. Давайте, давайте, пошли. Давай. Не время для демократии. Беги. Беги. Ну что, я так понимаю, дело по горло? Получается так. Большой, а тебе стена. Ворот собирались укрепить, так и не собрались. Ну, сначала укрепим. Уж придется. Цыган, дуй на склад за оружием и это, тащи все, что есть. Что, настолько все плохо? Да хуже, чем нам хотелось бы. Тупари не просто так завелись, да? Что вы там натворили? Да я там у них в лагере это пожар устроил. Сожги ты хоть всех тупарей на свете, я буду стоять рядом и подавать тебе спички. Но ведь это еще не все, да? Да. Но я сам пока не разобрался. В общем,
Драка может быть серьезной. Будет драка, будем драться. Гош, я хотела... Да, майор. Гош? Майор. Настоящий? Натуральный. У меня там в катере есть пара ранцевых огнеметов. Для тупорей самое оно. Нужный человек. Питон! Бери Серого, сгоняйся с майором. Угу. Серый! Кир, ты поговорить хотела, да? Ладно, в другой раз. Да? Угу. Смотри. Вот это запариваешь, потом процеживаешь и пьешь. Сколько раз в день, я не знаю. Мы с Кирой разберемся. Спасибо. Все, я побежал. My eyes see the light through the sweat. My name is Lou. The sun is so high, is so high, but I'm so low. My legs are so tight, it is fine. I wouldn't bow. Так, первым делом вытаскиваем кольцо. Вот это? Да. Смелей, смелей. А эта труба, она как-то раздвигается? Это нет. Итак, откидываешь прицел. Откидываешь предохранитель. Теперь кладешь на плечо. И следишь, чтобы за тобой не было никого из друзей. А враги? Врагам можно. Целишься. Представляешь примерную траекторию полета и нажимаешь вот на этот спусковой крючок. На этот? Да. Дай сюда! Бегам! Вы охренели там, что ли? Да я это, Гош, просто проверил! Мало ли, отсырели. Не отсырели. Как-то так. Ты чё? Ничего, но только ты молчи, ладно? Ладно. В общем, я давно хотела, чтобы ты ко мне подкатил. Ты дурак вообще. То с этой Иркой блондой, то с Наташкой. Ну и я с Рябчиком. Тебе назло. Короче, вот. Зря только время потеряли. Дураки. Цыган! Огнемет куда? Да сейчас! Херня, война, Ларис.
У нас с тобой столько времени не будет. Ну так я и говорю, Гоша, ну дай я за руль сяду. Ну вот чуйка подсказывает, что впереди засада. Ну реально засада. Так ты же водить не умеешь. Да ты у Большого спроси, как я вожу. Ну или у Гоши. Он вообще только с виду такой хмурый. Казалось, вот такой пацан. Мы, короче, с ним вдвоем против 10 тупорей. Та-та-та-та-та-та-та. И вообще нормально. Да тупори отстой, они только толпой могут. Это да. Блин. Братан, ты чё? Да фигня. А тупарки, кстати, очень даже ничего. Особенно некоторые. Да ладно. Одна так вообще. Супер. Чё-то ты не договариваешь, по-моему. А? Маришка, а ты где? Я здесь. Чем это пахнет? О, Большой привёз. Ну да. Моя единственная надежда родить. Если это не поможет, я уже не знаю тогда, что делать. Обязательно поможет. Как? Гадость редкая. Налей мне. Народ, заканчивайте спать. Одного дежурным оставить. Уснешь здесь. Уснешь, уснешь. Иначе под утро все отрубитесь. Питон, я старше. Я прошел от Москвы до Нижнего. Всякого повидал. И вот что скажу. На одного адеквата приходится 6-7 тупорей. И они нас ненавидят. Ну, зато у нас... оружие, машины, да и вообще. Да, во всех конфликтах мы побеждаем. Но это пока. Оружие ржавеет, производство патронов наладить никому так и не удалось. А у бензина вообще срок годности 5 лет. Все. А что все? Мы продержались 4 года. Еще год, от силы 2. И топливо превратится в мочу, патроны в труху, а консервы станут ядом. Я слышал, где-то даже электростанции восстанавливают. Да, восстанавливают. И они даже работают, но недолго. А нормальную сотовую связь... Да что там сотовую? Радиосвязь. Наладить никому так и не удалось. Почему? Почему? Мы думаем, что то, что произошло, это разовый катаклизм. Бац, все уснули, большая часть не проснулась, а те, кто проснулись, тупари или адекваты. Да? Ну, примерно так. Мы восстановили ТЭЦ, а она взорвалась. Мы наладили связь. Она должна работать, но она не работает. Мы трахаем наших баб, а они не могут родить. Нас продолжают уничтожать. Разве не понятно? Это понятно. Непонятно кто. Тот, кто решил, что мы тут лишние. И не в городе, не на континенте, а вообще лишние. Сначала он уничтожил большую часть. Бац, и все. Теперь почищает остатки. Настраивает, как тараканов, освобождая площадку. Площадку для кого? Ну, а кто у нас плодится, как кролики? Так кто? Тупари. Блин, а может, так и надо? Кому? Да херня все это. Не мы первые, не мы последние. Сколько всего уже было. И войны были. И землетрясения, и атомные электростанции взрывались. От пандемии мы могли сдохнуть. Не сдохли же. Как-то скучковались все, что-то зубы сцепили, выжили. И теперь выживем. Нормально все будет. Ну смотри. Я тебя за язык не тянул. Не для меня.
Весна придет, не для меня Дон разольется, а сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. А сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. Не для меня луна взойдет в лесу тропинки освещая, а соловей весну встречая, он будет петь не для меня. А соловей весну встречая, он будет петь не для меня. Нет, не для меня война, но чудный мир двояк. Там соловей весну встречает, и он поет не для меня. И каждый день такой, что приходится вставать в строй. В бой, кричим в бой, тупори повсюду, будем убивать мир, то есть друг друга. Ведь и мы такими были, но нас разбудили, пояснили, что мы все забыли. И такая тут игра, вспоминать и помнить будут нам мешать. Захотят убить, нужно выживать, но мы хотим жить. Бин подайте, улетает раненый солдат, это наш брат, адекват, проклятый тупарь. Мы хотим мстить, значит мы, как они, все и звездная пыль во конце и до начала. Дождемся ли ковчега у причала, а? И так пройдут мои года в разлуке с милою семьёю. Семьёй я больше не увижу, родных не встречу никогда. Семьёй я больше не увижу, родных не встречу никогда. Хорошо мне. Так. А! Тихо, 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 тихо. Давай мы с тобой сейчас ляжем. Давай. А, что-то тянет. Рано же еще. Все будет хорошо. Давай ложись, ложись, ложись. А? Да. Так. Лежи. Я тебе сейчас воды принесу, хорошо? Сейчас! Сейчас! Подожди! Стоп! Приходите огонь! Куда палите? Туда! Манда! Смотри вниз! Ну и чё? Нет там никого! А где они? Ты что делаешь? Твою мать! Так, народ! Внимание! Это не тупори, это сверху! Все будет хорошо. Поняла меня? Тихо, тихо, тихо. Что за херня? Где тупори? Да не тупори это. Сверху бьют, понял? Народ! Стреляем вверх! Патроны не жалеем! Yeah!
большой гад! Трахнешь вместе! Рожать мне одной! Давай! Thank you.
Большой! Большой! Маришка, а Кира? У Киры получится. Она везучая. У нее обязательно все получится. Маришка, ты о чем? Что у Киры получится? У нее под сердцем твой сын. Пусть она найдет путь туда, где ей помогут. Блин, это не тупори. Это кто угодно, но не тупори. Высокие, блин, технологии. Киру кто-нибудь видел? Блин. Гош! Серый видел. Скажи ему. Мне кажется, она ранена. Я видел, как ее майор вел. Он ее вот так за плечи держал. Куда они пошли? У старого причала, у майора там катер. Сука. Гош! Что? Я, кажется, знаю, куда он Киру повез. Ну, вот где-то здесь получается. Ты уверен? Вроде да. Мы пока огнеметы распаковывали, он карту рассматривал. Ментку поставил, увидел, что я рядом стою, и карту убрал. Да вообще не факт, что они туда поплыли. У нас ни одной лодки исправно. Одну из трех собрать — это неделя. Поеду на пикапе. 300 км. Пока он тут вилять будет, я напрямки. Я с тобой поеду. Так, большой ты... Большой форт остается за старшего. Всем полчаса на сбор. А может, я пока заправлюсь и вообще? Канистру разберешь. Ага. Парни, я понимаю, сейчас не самое удачное время, чтобы уезжать, но вариантов нет. Когда мы вернемся, я хочу, чтобы все были живыми и умытыми. Я с вами. Большой. Ты здесь нужнее. Серый сказал, она ранена. Если шла сама, значит, ничего серьезного, так? Да, конечно. Да и у майора на катере, ну, по-любому есть какие-то медикаменты, лекарства. Понятно, лекарства. Зачем она вообще с ним пошла? Мне ничего не сказал. Не знаю. Гош, ну полянка нормальная. Давай привал сделаем. Ты машину перегреешь. Мы пешком дальше пойдем? Слушай, а может, их тупори схватили? Блин, тогда все сходится. Майор ее повел перевязывать. Тут тупори. Тогда мы вообще не в ту сторону едем. Брат, пожалуйста, заканчивай забивать себе голову ерундой. Питон, что дрыхнешь, а? Да кто дрыхнет? Мне чуть все зубы не вытрясло. Гош, ну, вообще реально не сходится. Ну, зачем тупорям Кира и какой-то майор, когда им наши головы нужны? Вот. Молодой соображает. Киру мы найдем. Без вариантов. Давайте помянем тех, кого с нами нет. Не знаю, кто их убил и зачем. Это тоже наша задача. Выяснить и наказать. Память с ними. Память с ними. Память с ними. Еще? Не-не. Спать надо.
вставать рано. Пойду налью. Помнишь, как она из леса к форту вышла? Грязная вся, как дубарка. Волосах щепки какие-то. Я руку было потянул, чтобы убрать. Она ее укусила. Зубы острые, как шило. Я тогда и понял, что это мой человек. Чего ждал столько? Дурак. Даже не поцеловались ни разу. Блин, я к твоим фокусам никогда не привыкну. Ты как нас нашла? Это просто. Блин, вода холодная. Сейчас согрею. Раздевайся. Давай, раздевайся, вещи сушить будем. Как это у тебя получается? Не знаю. Просто делаю и все. Офигеть. А в голову залезть ко мне тоже просто? Тебе да. Мы с тобой как... Понятно. Слушай. Ну, а тогда, с машиной. Я же совсем водить не умею. Ты просто думаешь, что не умеешь, поэтому не умеешь. Как у тебя все просто. Ну, если бы я думал, что я умею летать, я бы полетел так, что ли? Ну, если поверишь, то полетишь. Ну, так полетели. Не получится. Я не верю, что умею. Там сейчас звезда упадет. Ты будущее видеть можешь? Бывает. А мы Киру найдем? Так далеко я не вижу. Ну, а что будет, когда он... Вон та тучка... Закроет луну. Будет то, что должно быть. Но так и я умею.
Цыган, подъем. Стоги стоишь? Тихо, 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 тихо. Ты кто? Это Икота, она со мной. Я тебя видел в лагере Карачуна. Я там была. Много вас тут? Да все нормально, Гош, я тебе говорю, она со мной. Ты смотри. Кира с майором здесь были. Это Икота нашла. Что это? Майор обронил. Откуда ты знаешь, что майор? Просто знаю. Икота говорит, что это у него в мешке лежало. Ты его видела? Да ей не обязательно видеть. Она все чувствует. Может, ты почувствуешь, что это за хрень? Не могу. Ну, она ж не инженер, она... Она феномен. Слов-то какой вспомнил. Кнопка какая-то. Можешь нажать? Так, стоп. Никто ничего нажимать не будет. Сейчас нажмем, а потом неизвестно. Так просто интересно же. Так, давайте я в лес подальше уйду, кнопку нажму и там взорву. А если она у тебя в руках рванет? Ну. Смотри, они едят уже. Ну чё? На, спасибо. Да нормально. Походил туда-сюда, проверил. Отличный брод. Может, выбираться будет сложно, но с лебедкой справимся. Ты в лесу обронил. Капец надо. Ложись! Как он? Очнулся? Да, помогаю. Дырок нет, вроде. Питон, ты совсем отбитый? Да я ж проверить решил. Тш, молчи. Во-во, молчи лучше. Теперь они так просто от нас не отстанут. Сейчас за новым боекомплектом сгоняют и вернутся. Это майор на форт эту дрянь навел. Вот сука. Все, вставай.
Я к твоим талантам никогда не привыкну. Привыкнешь. Спасибо. Чувствуешь? Нормально. А что происходит? Где мы? Где Гош? Не помнишь ничего? Нет. Гош погиб. Я открою. Да видит он все. Вот жук, а. Он устроился. Пацаны! Пацаны! Гость! О! Гость! Мужики приехали! Вот это сюрприз! Мужики! Цыган! Цыган, черт ты кудрявый, а! Гоша. Здорово, Гоша. Здорово, здорово. Ну? Че, сишки отрастил? Ну так хорошею, зато вы не изменились. Константин. Питон. А? Ну признавайтесь, кто придумал? Ты? Ты? А че большого не взяли, а? Блин, пацаны, я, по-моему, так соскучился, а. Думаю, ну какой день рождения без друзей, а тут вы нарисовали. Все, пойдем в дом. Кость, ты извини, у нас времени нет совсем. Ага. Да такая шутка тебе. Да какая нахрен шутка? Дай нам лодку, пожалуйста, или заправь хотя бы, мы дальше поехали. Стоп, стоп, куда вы поехали? Все, край цивилизации теперь тут. Дальше дороги нет, паводком смыло.
Да куда вы спешите-то? Пойдем в дом. Киру похитили. Да? Давно? 2 дня как. Урод один. Он там на катере, а мы на джипе вдоль берега хреначим. Ну, на моей лодке вы по-любому его не догоните. Тут вертушка нужна. Так, ладно, поехали. Да я не понял, я что, похож на пацана, у которого нет вертолета, что ли? К-32 вас устроит, крейсерская скорость 300 км/ч. Да, ладно. Да. Завтра утром с пасеки прилетит, мы Киру за час догоним. Завтра только, а пораньше никак? Так связи нет. Да ты не дергайся, я тебе говорю, завтра утром прилетит, заправимся, она к обеду уже дома будет, я тебе отвечаю. Пойдем в дом. Да пойдем, говорю, вы что? Ну, а какие варианты еще? Да нет у вас вариантов, все, пошли в дом, вы хотя бы в порядок себя приведете. Все, пойдем, мужики, питон, пойдем, все. Мужики. Гош, я всегда буду с тобой. Нужно драться, будем драться. Нужно любить, ты знаешь, как я умею любить. Придет время умирать, не смей даже думать об этом. Ты только найди меня, ладно? Что с Гошем-то? Я смотрю, он сам не свой. Ну, помнишь, каким он был, когда Женьки не стало? Да, сумасшедшим. Если бы не Кира, он все точно бы шею свернул. Ну, сейчас то же самое, только хуже. Еще не знаю, что с ним будет, если мы Киру не найдем. Че несу? Найдем, конечно. Так мы думали, это тупари, а вдруг Гош кричит это сверху. Нас такой расплох застали. Эти дроны, откуда вообще? Кто их послал? Мы до сих пор не знаем. Я же говорю, это майор маячки разбросал. Да. Ну а что, он и у Шмона был. Ему морду набили, он ушел. А потом лагерь взорвался. То теперь ясно, что это он, а не тупари. А кто такой этот майор? Кто бы знал. Да мы его к стенке прижмем, он скажет. Кость, с вертушкой точно никак не связаться? Да точно никак. Я тебе говорю, не дергайся. Утром будет как штык. А кто у тебя, кстати, пилотом? Это отдельная история, кстати, уржетесь. Я этого пилота в военной части нашел. Он там в продовольственном складе сидел. Один. Что за хрень? Вечернее построение. Порядок есть порядок, пацаны. Приглашаю. Это коньяк выдержан? Да Костя Воронцов. Ох, ёперный театр, я без фраг. Дружина, равнясь! Дружина, смирно! Уважаемый председатель Совета Дружины, личный состав дружины имени пионера-отличника Володи Воронцова к вечерней линейке построен. По списку 17, в строю 14. Трое. В экспедиции. Трое в экспедиции. Больных и беременных нет. Дежурная Анфиса рапорт сдала. Рапорт принял. Дружина, сегодня я вами доволен. Все молодцы, все получат поощрение. Спасибо за честный труд. Рады стараться, товарищ председатель. На спуск флага стоять. Смирно!
Флаг спустить! Флаг спустить! Дружина! Сегодня у нас гости. Те, кто помогает мне их встречать, остаются работать, а остальные могут отдыхать. Дружина, разойтись, сестры помогают. Не бойся, не трону. Я все равно тебя вижу. Как тебя зовут? Сарынь. Хочешь есть? Ешь. Зря пришла. Помощи не получишь. О какой помощи ты говоришь? Ты хочешь, чтобы тебе помогли родить. Сарынь все видит. Что еще видит Сарынь? Ты любила, потеряла, не можешь выносить. Сарыне тебя не жаль. Ты сама пришла. Подожди, ты здесь живешь? Тут есть еще какие-то люди, покажешь мне? Пойдем. Это у меня батя, он просто пионером был, в Артек ездил. Но это он мне рассказывал про все эти дружины, подъемы флага, горны. Ну вот это все чистота, красиво, порядок, дисциплина. Мне это так все понравилось. Я себе это все представлял, мне так хотелось в его детство. Ну, помните, что у нас происходило? Да, конечно, помню. Вон, ножки Буша, вот, бандосы вот. В трениках, шприцы у подъезда. Да-да-да. Тебя да, тогда да, не было еще. Потом батин институт закрыли, жрать стало нечего. Он мне, кстати, кандидат наук был, на секундочку. И он начал в Турцию ездить с этими челноками. И там его зарезали за 200 баксов. Короче, он был бы рад, что я дружину в его честь назвал. Ладно, память с нами. Давай. Память с нами. Память с нами. Память с нами. Ты, конечно, молодец, товарищ председатель. Полет. Полет от имени и по поручению. Ну, прикалываешься? Да не, ну, серьезно. Тупари вон везде дикие. А у тебя, смотри, чистенькие, опрятные, по струнке ходят. Ну? Пацаны, секретно. Смотри. Анфиса! Иди сюда. Сестры. Смотрите. Рекомендую, какая, а? Смотрите, хорошие, они у меня все тут такие. Я вам на ночь пришлю по одной. Ну, жизнь-то продолжается, мужики, а? Ты что, типа, право первой брачной ночи легализовал? Не понял. Почему только первый? Любой. Смотри. Стой здесь, стой. Внимание. Анфиса? Стоп, подожди. Оп! Айда.
Айда. Ну-ка. Так. Давай. Так ты не молодец, товарищ председатель. Беру свои слова обратно. Ты сволочь. Не понял. Это как школьникам наркоту впаривать. Ой, только не надо, пожалуйста, мне об этом, а? Я мент, и про наркоту побольше твоего знаю. Кому я плохо делал? Вот этим тупорям, что ли? Да их с витаминок прет так же, как тебя с водки, только без похмелья. Ты серьезно? Да. Серьезно, Гош, да скажи ты ему, ты что, скажи, что он сволочь? Да это как у индейцев Манхэттен купить за 3 одеяла. Да, как бы сделка состоялась, все круто. Но только ты мразь в этот момент. Слушай, если бы у нас поменьше об индейцах думали, толку бы было больше. Вообще понимаете, что мы последние, а? В смысле последний? Да в прямом смысле. Последний, кто умеет читать, кто умеет писать, кто штаны носит, в конце концов. Да их учить бесполезно. Они после нас шерстью покроются, на деревья полезут. А мы, мужики, мы останемся в их легендах, как великий бог Гор. Вот. Придурочный бог цыган. И вот добрый, ласковый бог Костя, который милостиво их трахал и дарил радость в таблетках. Цыган. Да пошел. Время будет, пойду. Все пойдем. Они уже близко. Быстрее. Что ты делаешь? Люди, помогите! Помогите! Заткнись! Сарин тихо пришла и тихо уйдет. Гады, сволочи, помогите! Да вообще! Так, они совсем рядом. Нужно уходить! Люди, на помощь! На помощь! Я не с ними! Дружина имени пионера-отличника Володи Воронцова на поднятие флага стоять смирно. Флаг поднять. 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 Флаг сжечь. 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 Флаг Флаг сжечь. Дружина, разойтись. Я тут в лесу к северу недавно семью нашел. 3 мужика, 5 баб. И вы не поверите, они до сих пор не знают, что стряслось. Представляешь? Москва, блин, в развалинах. Нью-Йорк разбомбили, блин. Париж в труху. Они не знают. Как жили, так и живут. Прикиньте, что это говорят, давно геологи не заезжали. Я хотел сказать, мол, все, ребята,
Миру капец. Да потом думаю, а зачем? Для них же ничего не изменилось. Они же никого, ничего не потеряли. Счастливые люди. Пацаны, вы не чувствуете? Паленым пахнет, нет? Анфиса! Горит что-то? Анфис! Горим, пацаны! Питон, уходите, Карачун идет. Так ты кто такая? Да, Икота, она со мной. Твою мать, я знал, что нельзя задерживаться. Спокойно, спокойно. Кто придет, того встретим. Спокойно. Все нормально, пойдем со мной. Давайте. Да, с таким огоньком день рождения я еще не отмечал. Быстрей. Вот. Фига себе арсенал. Ну а что, у нормального волка всегда есть запасное логово. Мужики, разбирайте оружие. Давайте посмотрим, что у нас там за карачун. Ага. А вот так. Такой уж и дурак этот ваш приятель. Ну что, как старый добрый? Жалко, большого нет, Киры. И краба. Точно. Тебе не шуметь. Сейчас обе на корм пойдем. Нет, без меня. Откройте! Эй! Откройте дверь! Происходит? Кормец. Кто? Ультима. Кто же еще? Что вам нужно? Кто у вас здесь главный? Я хочу с ним поговорить. Вы меня слышите? Эй! Или как там тебя? Хочешь жить? Слушай меня и прикажи этим. Как только откроется дверь, бросаемся все вместе. Поняла? Все поняли меня? За мной! Помоги!
Нет. Может, поможешь? Я буду рядом. Мог бы хоть растяжки какие-нибудь возле входа поставить. Теряешь форму. Раньше ты соображал быстрее. Учись, кудрявый, пока я жив. Гуляем, пацаны! А то! Сосредотачиваемся, встретимся на причале. Давай, 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 давай! Возьмите мне их! Помнят? Догоню. Беги, беги! Что я до 30 не доживу, а уже полчаса как мне 30. Поздравляю. Спасибо. Костя, питон! Главный смысл жизни появился. Задержать индейцев, чтобы поселенцы могли спастись. Всегда об этом мечтал. А где твоя девчонка? Да она загонит. Хорошая она у тебя, береги ее. Воспитатель изменил хирург. Ну вот стрелок вроде ничего. Питон, Костя, сюда! Пацаны, пошел. Давайте. А ты? Пошел, говорю! Давай! Да что давай-то, мотор там херовый, говорю же, перебрать бы. Ну, может, другой жизни? Давай, давай, пошел. Давай к причалу, к причалу! Да я пытаюсь! Уходите, пацаны! Гош, стреляй! Стреляй, Гош! А куда? По Косте! Падай! Падай! Thank you.
ничего общего с экспериментом не имеющие. Я вот ни капли не удивлен. Он же еще со студенческой формулой. Да хоть в пищеблок, у меня сил нет больше на это смотреть. Неужели так устала? Сегодня такая спокойная смена была. Спокойная? Одну деревню под корень, потом другую. Все нормально. Это плановая расчистка. Там же люди живут. Это не люди. Это расходный материал. У нашей бабушки точно такой же домик был. Ты разве не помнишь, мы к ней на каникулы приезжали? Сестренка, ну ты же знаешь базовую теорию. Материал не должен жить в домиках. Материал должен слиться с природой. Они же гибнут. С точки зрения эволюции, это ничто. Одни гибнут, другие крепнут. Просто более ускоренный естественный отбор. А я не вижу в этом ничего естественного. С условием того, что решение принимает Ультима. Сестренка, да хорошо, что принимает решение Ультима, а не ты. Представляю, какой был бы ад. Да иди уже. Понял меня? Да. Вы с поверхности, да? Что у вас здесь происходит? Это что вообще за место? Вы же с Игорем пришли. Он вам ничего не рассказал? Я не знаю никакого Игоря. Он мог называть себя майором. Ее рубашка. Кира! Полный. Ее здесь нет. А где она? Не мешай. Ее увели. Кто увел? Куда? Ну, говори, ну! Она жива, но она глубоко, под землей. Там есть тело. За ним придут те, которые глубоко. Не стреляй в них. Так, Питон и Кота, спрячьте лодку. Ага. Пошли. Прочешите весь берег. Ну, найдите его, понятно? Вперед, вперед! Думаешь, Игорь жив? Да, конечно, он жив. Андрей его обязательно найдет. Может быть, он ранен. Когда я увидела в последний раз, был жив-здоров. А потом нас начали бомбить дроны. Господи, лишь бы он был жив. Thank you.
кажется, шевельнулся. Игорь был бы так счастлив. Думаешь, он родится живым? Конечно, живым. Что за вопросы? Потому что у нас дети живыми не рождаются. Прости. Прости, я забыла. Это все Ультима. Она посылает дроны. Дроны распыляют аэрозоль. И проблема решена. Проблема решена? То есть вы делаете это специально? Не мы, а Ультима. Вы заправляете эти дроны. Да пойми, отказаться нельзя. Ты тоже беременна. Что еще? Разрешите, я вам кое-что покажу. Кажется, шевельнулся. Игорь был бы так счастлив. Ты тоже беременна. Ай, как лихо все закручивается. Ультима, ты это видела? Приемлемый вариант. Более чем. Аж вдвойне. Не верится мне, что она одна к нам пожаловала. Где-то должны быть ее приятели. И ты? Их? Найдешь? Свободен. Давай за ними. Ну ты что делаешь? Нет нужды прятать то, что нам больше не понадобится. Не понял. Ты что, снова будущее видела? Недалеко. Бывает один ответ. Часто. Сейчас не так. Сейчас ответов много. Смотри. Завтра это дерево, для которого сегодня это корень. Для цыгана завтра это так. Для Гоша вот так. А для нас? Вот для нас с тобой. И лодка нам больше не нужна.
ты! Чего мы бы успели? На тот свет ты бы успел. Тихо. Опа. Вот это гадюшник. Штурмовать-то нам его все равно придется. Подождем. Всем снять защиту и отправить в утилизатор. Выйти из бункера, отойти на 30 метров. Затем вернуться обратно. Выполнять. Они в противочумных костюмах. Ну, значит, боятся чем-то заразиться. Значит, у них там чисто. Ну, чище, чем здесь. Костюмы новенькие. Значит, костюмов у них много. Мертвого майора несли бегом. Куда покойник может торопиться? Непонятно. Еще дроны эти. Тайна какая-то. Ненавижу тайны. За каждой тайной скрывается куча дерьма. Тихо. А ты говоришь, все в противочумных костюмах. Пацаны, походу, позагорать собрались. Что они творят? Ты что-нибудь понял? Только то, что пацанов в расход пустили. Гадом буду, на этом цирк не закончится. Ты это слышала? Это не опасно. Ты и это чувствуешь? У Гоши и цыгана нет волнения и страха, только интерес. Они не понимают, что происходит, но им интересно знать. А может, я... Нет, ты им сейчас там не нужен. Побудь со мной. Похоже, мне можно вообще ничего не говорить. Ты и так все знаешь. Тебе, наверное, со мной совсем не интересно, да? Интерес тут ни при чем, я с тобой не поэтому. А почему? Ты правда хочешь знать? Да. Потому что у тебя глаза голубые и губы красивые. Ой, да ну тебя. А еще потому, что у нас с тобой будут самые красивые и умные дети на всей планете. Два мальчика и одна девочка. Не все в моих силах, майор. Сделаю все, что смогу. Не обессудь. Дежурная команда зачистки. На выход. Ультима. Ты слышишь, Сарынь? Я тебя слышу, Сарынь. Чего ты хочешь? Сарынь хочет покоя. Выспалась, погибла, и Сарынь стала в два раза слабее. Все идет как должно. Скоро все получат покой. И Сарынь тоже. С каких пор Сарынь стала отделять себя от всех? Сарынь видела. Ультима переродилась, и все стало иначе. Сарынь ошиблась.
Тишина. Сейчас начнется. Держи. Ты будешь им нужен. Ничего не бойся. Я с тобой. Ультима, она не злая и не добрая. Она просто Ультима. Она нас спасла. Она нас кормит, лечит, а взамен мы должны просто работать. Делать то, что всегда делали, то, что всегда умели. Техники у нас обслуживают дроны, программисты пишут коды, а научный персонал ведет исследования. Почему бы вам просто не уехать отсюда? Куда? И зачем? Здесь мы живем, а там что будем делать? Выживать? Да и ради чего? Не знаю, мне все равно кажется, что... Это Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Мы с вами знакомы? А я вот тоже никак не могу вспомнить. Тебе не кажется, что это наш шанс? Кажется. Вот и познакомились. Бегом. Ты вовремя. Молодец. Вы вообще на что надеялись? На удачу, на что еще? Удача — это то, что вы живы остались. Смотри, пацан становится рассудительным. Таким он мне больше нравится. Кира там? Ну, конечно, там. И Кота же говорила. Ну, так и что делать будем? Мысли есть? Для мысли мозги нужны. А тут пока пусто.
Вот эти. Что ей требовалось доказать? Девку нашли? Ищем. Деваться ей некуда. Да уж. Деваться ей некуда. Некуда ей деваться, да? Может, попросить Ультиму? Это ты мне сейчас советуешь, я правильно понял? Да нет, я хотел как лучше. Стоять! Сначала советуешь, а потом приказывать начнешь. Я прав? Вы всегда правы. Я хотел кое-что другое сказать. Ради бога, извините меня. Рот свой закрой! Шестерка бесхребетная, и слушай меня. Ты сейчас в лес поисковые отряды отправишь, чтобы рыли, пока не нашли. Тупорей всех закодировать, а адекваты все ко мне. Девку ищи. Слушаюсь. Что насчет Юлии Стрельниковой? А это еще кто? Жена майора. А что с ней не так? Ну, она в камере. Может быть, будут какие-то распоряжения? В переработку ее. Ультима заждалась. То есть, как это... Будет сделано. Свободен. Юля! Кира! Черт! Черт! Что за дела? Твои штучки? Ты нужна Сарыне. Пойдем. Куда? Нет, мы так не договаривались. Черт, как ты это делаешь? Куда мы едем? Быстрее, времени мало, он может совсем умереть. Мы не успеем. Кто? Здесь. Он мертв. Это ты его убила? Сарынь без нужды не убивает. Помоги мне. Ложись рядом. Что? Ты знала его. И ты можешь помочь, но имей в виду, чтобы оживить мертвеца, нужно побывать в его шкуре. Кир, ну что ты ломаешься? Я тебя хоть раз обманул? Нет. Вот так. Сколько их там, мы не знаем. Что они там делают, мы не знаем. Как туда попасть, мы не знаем. Короче, мы ни хрена не знаем. Но из бункера-то они вышли ради майора, так? Потому что он ранен. Не ранен, а убит. А на кой черт им труп? А на кой черт им трупы тех, кого они сами убивают? Погодите. А может, там тоже трупами прикинуться? Друг перед другом можете прикидываться. А наши сразу заметят. Наши? Там тупари, что ли? Там разные. Может, ты тогда знаешь, зачем им трупы? Чтобы оживить. Погодите, что, тупари умеют труп оживлять? Я не умею. Исполоть умела. И ее сестра Сарынь. Но там умеют лучше всех. Ну, капец. Нам еще зомби-апокалипсиса не хватало. У любой крепости должно быть слабое место.
Надо обойти ее по периметру. Сейчас отдыхать. Я дежурю первым, цыган вторым. Сердце дыра, смерть невесты, страдание мать через колено в мост перевези душу вспять. По одному в бункер. Бегом! Марш! Привет. Привет. Ну что, как съездил? Нормально. Вот, материал обеспечен месяц на три теперь. Мне всегда было интересно, как ты их выбираешь. Да пальцем тыкай. Ты, ты, ты. Тебе их не жалко? Да что им будет? Молодые, сильные, выживут. Зато ты нас скоро сделаешь бессмертными, да? Ну что, начнем? Объект Исплоть. Все работает. Объект Сарынь. Девочка, у вас все готово? Готово снимать. Все нормально, но у нас начался сильный ливень, я, блин, хотела на пляж. Но готова снимать. Что-то неспокойно. Точно все получится. На крысу получалось. Так, на крысы. Реакции одни и те же. Никакой разницы. Минутная готовность. Ультима, можно не так пафосно? Конечно, Андрей Павлович. Готовность 30 секунд. Успела? Сестричка в своем репертуаре. Как ты ее терпишь? А я не терплю. Я ее люблю. Обратный отсчет. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Старт! Выключи! Излучение превышено. Начинаю аварийное отключение.
Где эти черти носят? Да я так осматривался. Осматривался. Иди отдыхай. Моя очередь. Широко зеленой Балкан ты родиной, Балкан ты наш. Колько моки знаешь, колько тайны криешь, эй, Балкан ты родина наш. Ты чуть запел. Да так. Отдельные строчки давно в голове крутились. А тут как-то все сложилось. Ты когда вычислил, что я болгарин, у меня чуть башка не взорвалась. Как-то вспомнил сразу все. Мать, отца, сестренку. Я вот только все думаю, зачем? Че зачем? Миллиарды умерли, миллионы в тупорей превратились, а я... Вот он я, муж. Жив. И даже помню таблицу умножения. 7/8. Да иди ты. Я говорю тебе, что я живой. Цыган, ну жив и радуйся. Да я радуюсь, Гош, радуюсь. Я так радуюсь, только зачем? Должна быть цель. Я в лотерею-то никогда не выигрывал, а тут 1 из 10. Да какой 10? 20 миллионов, Гош. 20 миллионов умерло, Гош, а я жив. Зачем? Я не знаю, зачем. Будешь знать цель, будешь бояться сделать ошибку. Я подумаю над этим. Эй, более широко, широко... Цыган! Тихо! Молодые спят. Прими кровь живую, бурлящую жизнью, кипящую из жил смертного в жилы мертвого. Отступись, откажись, и его живи, сама уходи. Разреши дышать, не мешай встать. Ультима! Что произошло? Анализ ситуации! Мощность излучателя в выпускном режиме превысила расчетно в 98 раз. Время импульса 8 миллисекунд. Это ерунда! Что еще? Импульс повышенной мощности инициировал каскадную генерацию излучения. Черт! Какая площадь подверглась воздействию? Я задал вопрос! В настоящее время волна достигла западного побережья Европы. Потери мощности излучения 0,01%. Протокол СОС, быстро! Переключение на протокол СОС невозможно. Перехожу в автономный режим. Цыган! Гош, другого выхода нет. Живым в бункер не попасть. Есть шанс, что возьмут мертвого. Чтобы не тянуть дурацкий жребий, иду сам. Ну, а если у меня не получится, ну, значит, я лоханулся и не угадал цель. Подъем, быстро! Что? Цыган ушел. Куда? К бункеру. Бегом! Он что, с ума сошел?
получилось, нужно ждать. Двое сильнее, чем один. И Сарынь была сильнее, когда была жива Исполоть. Сарынь будет просить у Ультимы, чтобы она сделала из одной Сарыни двух. Как можно из одного человека сделать двух? Он знает. Но лучше всех знает он. Исполь. Сарынь. Где Юля? Ты же совсем идиот, да? Какие вы скучные. Цыган! Да подожди ты! Команду зачистки на выход. Отставить! Нужно забрать тело. Его друзья только этого и ждут. Да, но есть директива Ультимы. Нужно сохранить мозг. Не в этот раз! Да, но Ультима будет недовольна. Бойся моего недовольства. Я вырвалась и убежала. А Юля, что он с ней сделает? Отправит к Ультиме на переработку. Что такое переработка? Это смерть. И жизнь. И снова смерть. Долго он еще? Игорь, ты меня слышишь, Игорь? Ну. Все нормально. Очухивайся. Почему они его не забирают? Пошло не так. Кажется, шевелится еще. Да пошло все. Да стой ты! Видал? Видал? А ты хотел тело забрать? Я не знал. Я знал. Допустить, а? Я ничего не допускал, это все Филин. Филин? Врешь! Он не врет. Филин здесь. Черт. Ну, ладно. Неважно. Договор есть договор. Себастьян должен знать, где Юля. Себастьян в полном подчинении у Филина. Да что ж вы все такие... Держи. Пошли. Цыгана жалко. Спешил он. Не цыган он, а болгарин. Просто вспомнил себя не сразу. Так для всех цыганом и остался. Я свое имя тоже не сразу вспомнил. Вовка я, Клименко. Питон — это игрушка у меня. Игрушка была в детстве. А сам не помню, кем я был. Никем, наверное. Совсем пацан был. Груши хреном околачивал. А ты? Гош. Гош я. Гоша был. Гоша сдохнул. А ты? Я не знаю. Там, где у вас память, у нас что-то другое. Иногда видишь сон, а он не твой. Дети какие-то, пещеры подземные,
люди в воде. А еще... Что? Кто-то о нас думает. Где-то здесь, недалеко. Будто из-под земли смотрят. Из бункера думает. Кто совсем близко, кто пропадает. Может, это Кира? Нет. Оно большое и не совсем живое. Как это не совсем? Оно либо живое, либо мертвое. Третьего не бывает. Много ты знаешь. Тихо. Там земля обвалилась. Подожди! Тут ход. Подожди. Не суйся. Удачно земля обвалилась. Из-за взрыва. Спасибо, цыгану. Ждите здесь. Гош, я с тобой. Да, тебе сказал. Слишком все просто. Так не бывает. Охрана пусть землю роет. Проверь системы слежения. Если кого угодно увидит чужого, кого угодно, сразу тревога. Да, но в бункер ведь невозможно проникнуть. Невозможно спать на потолке! Одеяло падает! Значит так, удвоить патрули и докладывать мне каждые полчаса. Ты меня понял? Не слышу! Понял. Что девку эту? Отправили в переработку? Конечно. И как все прошло? Как по маслу. Ну вот. Молодец. А говоришь, мозги не собираем. Братцы, ее туда же. Андрей в переработку? А я что, неясно выражаюсь? Будет сделано. Будет сделано. Кушать подано. Халуй. Забегали мураши, а хищник близко. Ты что бормочешь? Сарын знает. Ты кто? Вчера большой человек, а сегодня никто. Жива? Исполоть мертва. А я Сарын. И я жива. Ты пришел за беременной? Поспеши. Ты знаешь, где Кира?
У него спрашивай. Они с майором ушли. И майор жив. Куда они ушли? Не знаю. Да. Черт. Кажется, знаю. Знак подал. Как он теперь подаст? Он сейчас далеко. Это понятно, что далеко. Но вдруг ему помощь наша нужна. А может, наша главная помощь в том, чтобы живыми остаться? На будущее. Да какое будущее? Его, может, прямо сейчас на кусочки режут. А мы тут стоим. Все, я пошел. Двое здесь, дымовые шашки в трубу. Остальные за мной. Подготовка к трансформации завершена. Ну что, Ультима, ты получила все, что хотела? Потребность удовлетворена. Рад тебе угодить. Начинаю трансформацию. Уснули. Огонь! Огонь, я сказал! Ну! Стрелять! Бунт? Всех на фарш пущу. Это все? Это все. Все. Изменилось. Не стреляй. Прорываться надо. Ты охренела? Ты стреляешь один. Тебе не отвечают. Все изменилось. Как тихо.
Что-то выстрелов не слышно. Ладно, понятно. Зачем ты вообще уехал из бункера? Что ты искал? Меня Ультима послал. Я делал то, что ей не под силу. Подкладывал маячки в крупные поселения адекватов. Дальше она посылала эскадрильи дронов. В общем, ты видел. Значит, форт разбомбили из-за тебя? И лагерь Шмона, и еще несколько поселений. Зачем ты вообще это сделал? А у меня выбора не было. Иначе Ультима забрала бы у меня Юлию, нашего неродившегося сына. Они нужны были для трансформации. Мы заключили с Ультимой договор. Я подкладываю маячки. Она даст родить Юлю. А, еще кое-что. Я должен был найти и привезти замену. Тоже беременна. Но я нашел его привел. Так ты... Икота! Икота! Я что-то слышу. Оттуда? Отовсюду. Гады! Стой! Не надо! Я сама. Ты что делаешь? Все изменилось. Привыкать к твоим фокусам. Что случилось? Это твари не подчиняются. На техническом этаже посторонние, а в дренажной системе обнаружена уязвимость. Я знал, что они придумают что-то такое. Ну а что наши ученые умы? Они напуганы. Говорят, Ультима настраивает тупори против нас. А что, Ультима сама будет с ними сражаться? Я пытаюсь выкурить их дымом. Выкурить дымом? Отличная идея. Блестящая. Разрешите идти? Иди. И снова каждый сам за себя. Простите. Гад, скотина. Ненавижу. Ты думаешь, твой муж поступил бы иначе? Если любит, то сделал бы точно так же. Ради любви не страшно убить. Хоть троих, хоть миллион. Какая разница? Ты же не будешь оценивать любовь смертями, верно? Ты тварь! Представляешь, если тот тип, что бросил бомбу на Хиросиму, сказал какой-нибудь девчонке: «Дорогая, ради тебя я убил 100 000 человек». Думаешь, она бы отказала ему? Ты больной! Больной ублюдок! Кто сказал, что любовь — это признак здоровья? Отпусти меня! Нет. Ты хорошая, для Гоши лучше. Но для меня лучше Юля. Извини. Нет! Нет! Скотина! Гад! 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 Гад!
все сделал. Я выполнил свою часть договора. Теперь твоя очередь. Отдай мне Юлю. О, Гош, привет. Я тоже рад тебя видеть. Тише, спокойно. Спокойно, ребята. Мы все на одной стороне. Я тут ни при чем. Вот труп человека, который всех нас предал. Он и меня предал. Он и тебя предал. Это он командовал расстрелом цыгана. Именно он уничтожил всю твою семью. Я тут ни при чем, но теперь будет все по-другому. Я обещаю. Заткнись! Заткнись! Тише, не делай глупости. Убери пистолет. Только я могу вернуть тебе твою сестру. Прошу тебя, спокойно. Ну, успокойся, только я могу тебе помочь. Вспомни, пожалуйста, мозг при отработке не страдает. Это же твоя программа, ты сам это придумал. Вспомни, это я распорядился, чтобы тело ее сохранили, и ребенка сохранили. Ультима все сделает, она же меня восстановила полностью, даже лучше. И сестру твою восстановит. Я обещаю, все будет хорошо. У нас полно подопытного материала. Целый барак с тупорями. Ну уж нет. Заткнись, дура! Веди к Ультиме! Дай сюда. Вот это правильно. Где Кира? Вам обоим нужно в одно и то же место. Здесь под землей целый город. Можно годами жить и работать, не выходя на поверхность. Но в какой-то момент, в один миг, все было просрано. Правда, Андрей? Моей вины в этом нет. Так что случилось? Был обычный полевой эксперимент по замедлению процессов старения, которых было сотни. Пока я был в командировке, этому придурку подсунули левый генератор. Я его проверял, все было нормально. В жизни так всегда бывает. Все нормально, а потом бац и жопа. Короче, этот генератор сработал нештатно. Вслед за ним и все излучающие установки на земле. СВЧ-печи, телевизоры, каждый кипятильник. В общем, мы имеем то, что имеем. Охренеть. А что такое Ультима? Или кто? Скоро узнаешь, мы практически пришли. Прошу. Майор, стой! Стой! У него взрывчатка! Стой! Положи. Медленно. Молодец. Пойдем.
Что это за место? Это Ультима. Наш управляющий центр. Привет, Ультима! Здравствуй, Филин. Где Юля? Я здесь. Трансформация произошла по протоколу, который ты разработал. Массив нейронов использован для увеличения мощности, а белковая субстанция для производства. Верни мне Киру. Где Кира? Гош, родной, мне жаль, что так получилось. Прикажите ей. Да невозможно, она перешла в автономный режим. Вы использовали меня в погоне за продлением жизни. Смешно. Природа не любит играть по чужим нотам. Вы вымираете. Пора менять модель человечества. Оставь все как есть! Плохой вариант. Да будь ты проклята! Первобытная тупость! Люди все вымрут, пока адаптируются! Торопиться некуда. Чем быстрее забудется мир нынешний, тем лучше. Нет. Эволюция устроена по-другому. К черту. Горе, ну все огнем. Гош, теперь кнопка. Когда я нажму, волна пройдет сразу? Нет. У тебя будет время. Ну же. Подожди. Я еще не решил. Неужели этот новый мир будет лучше? Но хуже он точно не будет. Thank you.
Прошлый мир умер тихо. В новом выжили только молодые и сильные. Третья волна вернула к жизни всех, но изменила мир до неузнаваемости. Или узнаваемости. Похожести. Одинаковости. И в этой одинаковости его проклятие. Проклятие выживших. Thank you.